Жители Мацесты, убравшись в своих дворах, массово пришли в только что обустроенный сквер. Он был открыт ко дню города и требует заботливого ухода. Теперь это новое место для прогулок местных жителей. Все они хотят, чтобы здесь было комфортно и уютно. Сотни человек вышло у нас. 11-я школа, ТОС Мацеста, Хостинская администрация вся. Благодаря всем нам мы хотим, чтобы наш сквер Мацеста процветал. В центральном районе Сочи сами жители отметили, конечно, людей на субботник должно выходить больше, но и эти малые дела делают дворы ухоженнее. По зову сердца для себя же делаем. Я с удовольствием. И дети вот выходят. В целом только в центральном районе в порядок приведены 144 улицы и дороги, ликвидировано 4 стихийных свалки, очищено 69 контейнерных площадок, собрано свыше 67 тонн мусора. Транспорт для его вывоза предоставили власти города.